Книга Исход, глава 18. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта, и взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Ельезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками, и судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою.